Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Безумные монстры, Дорога боли. Поехали. Так, ребята, это у нас последние три волны в четвертой главе, так что будем сегодня проходить это все дело. И кто у нас здесь? Снеговик, Гринч и Мак. Ладно, поджарим для начала теперь снеговика. Давайте еще поджарим с дробовика разочек. Нормуль. Так, удар, блин, где мой щит, а? Сейчас снеговик мне плюшку даст, елки-палки. И маг мне карты спутывает. Вот это вот самое хреновое, что здесь может быть. Его еще и Гринч усилил. Так, все, снеговик, прощай. Ну вот и маг. Давайте попробуем это. Блин, щит. Зачем мне в данный момент щит, а? Он мне не нужен был абсолютно, ребят. Так, ну давай, 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 быстрее, ё-моё. Ага, нормуль. Булавой припечатали, теперь расстреливаем его. И я вот думаю, давайте, наверное, блин, давай снежками, фиг с ним. Хотя, ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило, чтобы добить нам Гринча. Сейчас он получил у нас. Так, щит. Ну что, у нас, ребята, тут маг. И щит у меня есть. Все, добиваем его, наверное, да? Так, с дробовика. И последний, последний, давайте вот так вот сделаем. Хе-хе. Блин, вот тебя только не хватало, дядюшка зомби, а. Так, иди сюда, хламон. Будем разбираться с тобой пока. Так, ну-ка. Сейчас зомбарь поменяется. Блин, ну у меня щит есть, ребят. Так что зомби и волчара по нам не попадут. Ну-ка, отлично. И волчара промахивается. Все, шикандос, ребят. Ну, как вы видите, снежки у нас слабоваты. Поэтому заморозить никого не могут. Снимаем, естественно, мы этот щит. И дальше иди сюда. Давайте его добьем, наверное, этого слизнюка. Нифиг ему здесь делать. Все, теперь волчара. Ну, волчара... Нет, зомби его опередил. По идее, он должен был отпрыгнуть бы назад. Но так как дедушка здесь у нас на передовой, нам нет смысла его убивать, если честно. Давайте вот так попробуем сделать. Щит, щит, ну-ка. Отлично. Блин, давайте снежками тогда попробуем. Может быть, все-таки достанем мы волка, а? Да, немножко достали, но все равно этого недостаточно. Надо его вытягивать нам. Так. Пошел сюда, и теперь получи с дробовика залпик, и давайте, наверное, с шаром его сейчас. Чуть-чуть ему осталось, прикрываемся, ребята. Зомбарь, естественно, выпрыгивает на первое место, а мы волчару к себе, и добиваем его. Так, ребята, мне не нравится, что у меня хп мало очень, это во-первых. Во-вторых, давай вот так сделаем. Во-вторых, зомбарь поменялся с волчарой местами. Ну-ка, дашь подхила? Нет, не дает, блин. Ну все, волку хана. И остается у нас девушка только лишь. Зомби, которым тоже, естественно, хана. Поджог. Да, невыгодно мне, конечно, здесь, ребята, убивать вот этого зомбаря. Давайте, о, вот так вот. Хорошо, что этот мне попался здесь под руку. Хотя сейчас дед зомбарь опять прыгнет на первое место. Как он достал? Самое главное, что его никак не убить, а. Вот в чем вся загвоздка, ребятушки. Ну, давай так попробуем. Так, щит у меня есть, хорошо. Пошел ты отсюда, а. Сейчас он воскреснет, конечно же. Но мне надо было сделать, ребята, перебор, как говорится, чтобы... Вот, вот эта карта для меня самое то. Так, ну ладно, хорошо, хоть гоблин. Сейчас мы кого-нибудь должны по любаську завалить. Электрик меня тоже нервирует. Да ты достал уже, зомбарь, а. Шел бы ты своей дорогой, шел бы ты лесом вообще. Ну, все, гоблина нету, замечательно. Ребята, щит. Не тут-то было, а, электрик, захотел чего. Ну где у меня карта, где выцеплялка-то, елки-палки, я ее жду. Давайте тогда снежками попробуем сейчас в данный момент. Ну, так, электрик, ага, хотел сказать, сгорит. А пламя-то уже погасло, ну теперь ему точно хана. Ха-ха. Ну все, дед, привет тебе с того света. Да ё-моё, ну как так-то, а? Не успели мы маленько, ребятушки, сделать это все дело. Но, тем не менее, победа за нами. И, кстати, после обновления нам перестали давать сундуки. Я не знаю, на каком основании. Но теперь нам только дают опыт и вещи для улучшения своих скиллов. Так, погнали далее. Ну, чего? Я тут, ребята, три дня пробовал в нее зайти. Не мог почему-то сделать в нее вход. Ну вот, сегодня зашел. И, как видите, проходим с вами, проходим.
И довольно неплохо у нас пока все идет. Давайте укроемся щитом, потому что сейчас будет и снеговик, и осьминог по нас бомбить. Ага, не тут-то было. Ах ты, я ж забыл, здесь у нас цветочек, который любит подхиливать все время, а? Поэтому нам придется быстрее все это дело делать, чтобы он его не подхиливал. Хотя он всех одним махом лечит. Все, снеговика нету, ребята, у нас остался лишь осьминог из таких поганых, противных врагов. Так, у меня есть щит, это хорошо. Но вот так вот сделаем, поджарим их немножечко. Так, по идее, не помешало бы сейчас укрыться. Так, нормуль, давай теперь щит поставим. Осьминог, естественно, промахивается. Что у нас делает цветочник этот? Ага, подхил. Ну, в принципе, ну да, получи шаром. Сейчас, ребят, я его еще угощу с дробовика. И у меня опять щит есть. Я, наверное, успею, ребят, заюзать бомбы. Отлично, теперь щит. И все, мы в куражах. Так, давайте Ай, подхил опять. Ну, ладно, думаю, сейчас мы с ним справимся. Черт, не туда спутник сработал. Ладно, шаром получи, гад. Ну, не дай бог сейчас подхилится еще, а? Нет, ребят, естественно, подхилится, придется нам вставать в щит с вами. И снежками будем бомбить. Все, нормуль. Ну что, осьминожек, смерть твоя близка уже. Так что, это раз, и вот это вот два. Пока, родной. Так, что у нас, тролли здесь, да? Ну что ж, давайте снежками тогда бомбанем маленько. Так, вот электрик мне не совсем, конечно, нравится, что у нас здесь стоит. Надо его как-то Ага. Окопался. Ну, не тут-то было, троллюшка. Не тут-то все было. Получил его на сопырку. Ага. Не спасет тебе это, родной, все. Так, ну что, пора с ним завязывать уже. Он мне достал, если честно говоря, этот тролль. Так, блин, придется укрываться, ребята. Потому что и электрик, и слизнюк сейчас меня будут бомбить. Но, как видите, не тут-то все было. Давайте с дробовичка, наверное, бомбанем разок. Нормуль. Так, у меня снежки есть и Узи на подка. Давай Узи, наверное. Вот так. Черт, да сгори ты уже, а. Сейчас на него... Так и думал, зря использовал, конечно, я спутник. Ай-яй-яй, не вовремя, не вовремя, ребята. Ну, ладно, в принципе, ерунда. У меня есть щит, я сейчас прикрываюсь, они оба промахиваются. И да где же этот, блин, спутник-то? Чего не откатывается? Вот он. Вот он, ребята. Ну и ему крышка. Все, остался только лишь слизнюк, которого мы, естественно, сейчас быстренько разберем. Правда, он ударить меня успевает, гад. Ай, щит, ну где ты был раньше, а, елки-палки. Да, жаль, конечно, что мои снежки не замораживают, ребят. Так бы мы бы уже давным-давно бы, наверное, прошли бы эти все каточки. Ну что, на дорожку ему? Готов. И последняя волна. Для начала подождем всех. Давай-ка, наверное, теперь из Узи. Ага, вот спутник. Шикарно. Так, можно, в принципе, звездануть. И укрыться нам надо будет, ребята, обязательно. Потому что уже, да, уже подкатывают удары у них. Так, волчар, бей. Ага, его еще и усилил этот Гринч. Так, ладно, тогда шутки в сторону. Быстрее уничтожаем жестянку. Да давай, да ё-моё. Ладно, фиксим. Ах ты, гад, на-ка, выкуси. Окопался он мне здесь, но, как видите, не помогло. Так, слушайте, у меня сейчас волчара бить будет, да? Мы укроемся сейчас щитом с вами. И, наверное... Ага, вот так, отлично. Стреляем, и у нас снежки пошли. Ай, Гринч сейчас звезданет мне. Ха! Почему-то он не отнял, ребята, хпшки у меня, а только, наоборот, прибавил. Ну, мало, правда, но тем не менее. Так, давай щит ставить. Слушайте, а может быть щит уже не 3 секунды действует, а поболее, по времени-то? Так. Ну, я думаю, что снежками мы его, в принципе, должны добить, да? Сгорел. Все, ребята. Ну что же, я нас поздравляю. Мы с вами прошли еще одну волну. Опыта довольно неплохо дают. И у нас здесь будет уже босс. Холодный месть. Ну, точнее, это была холодная месть, наверное, так скажем. Что это за такой боссик? Мне очень интересно посмотреть на него. Ой, ребят, такой же у нас был вроде бы. Так, ледяной убийца. А в тот раз был... Ой, не помню. Ладно, давайте посмотрим с вами, какие у него способности будут. Так, ледяные клещи. Ну, это я помню. Угу. Замораживает случайную карту. Так, ледяные объятия призывает... Ага, помню эти кристаллы. И... Ледяное лечение. Синие карты восстанавливают здоровье противника. Ага. То есть, если я буду синие карты
то он будет хилиться. Ты! Это ты убил моего брата? Ну все, тебе конец. Ага, значит, то был твой брат. Ну что ж, приступаем тогда, ребят. Начнем разборочку. Так, получи. Слушайте, он довольно такой жирный гад. Посмотрите-ка. Даже шар практически его не пробивает. Сейчас он что-то здесь делает. Ледяные клещи. Опа-на. Он мне карту, ребята, заморозил. Ладно, не беда. Будем дальше продолжать драться как можем и чем можем. Слушайте, я так понимаю, щит мой не срабатывает здесь. Вообще, ребята, на него не действует. Ох, елки ты палки, ребята, снежки его еще подхиливают. Ядрена ты вошь. Как вот так вот можно было лопухнуться? Так, минус снежки из моей колоды. А ты крепче, чем кажешься. Но это тебя не спасет. Ох, вот он и вызвал кристалл, ребята. У меня, короче, снежки минус из колоды. Щит тоже минус. И получается у меня с вами что? Только бомбардировка и шар. И спутник смерти. Все. Это рабочие карты, которыми я должен их победить. Неплохо, но мало. Мало, ребята, отняла эта бомба. Так. Ну все, и теперь я разозлился по-настоящему. Слушай, мне пофиг, что ты там разозлился. Главное тебе добить. У тебя очень мало хп. Так, ребят, давайте сконцентрируемся. Так, будем поджигать его сейчас. Гори, гаденыш. Так, что у меня есть? Блин, ничего хорошего. У меня вот спутник и бомбардировка. Давайте подожгем. Да что ты будешь делать, а? Он еще и укрылся от меня. Да, мне здесь нужен гарпун, ребята. Ай-яй-яй. Так, ладно. Что-то я лопухнулся с этим, конечно, разбрызгивателем. О, иди-ка сюда, красавчик. Далеко от меня не уйдешь. Так, и опять сматывается. Гад ты этакий. Ага, смотрите, а снежки уничтожают все-таки кристаллы. Значит, это для босса они подхиливающим образом действуют. А для остальных... Да ё-моё, ну нафиг мне вот этот кристалл-то? Мне нужен босс, ребята. У меня очень мало хп. Ё-моё, да хорош ты! 682 жизни всего лишь. Так, блин, снежками нельзя пользоваться, ребята, нельзя. Вот, давайте-ка попробуем укрыться. И сейчас вытянем его, если... Есть! Ну, давай, иди сюда, родной. Ну, давай, я тебя сейчас прижучу. Да какого ты хрена делаешь, блин? Так, вот он, вот он. Один удар ему, ребята, буквально, один удар. Да, да, наконец-то. И мы с вами получаем какого-то нового питомца. И это у нас, это, походу, дело обезьяна, ребят, что ли. Но самое-то главное, что мы прошли с вами четвертую главу и переходим на пятую. Ну, правда, сегодня мы не будем в нее играть, это уже будем в следующих сериях разбирать. Так что, получаем еще вот этот вот эпический сундук, в котором будет очень много карт. Ух ты! Поздравляю с нелегкой победой! Наши разведчики нашли кое-что интересное. Этот режим будет сильно отличаться от всего, что ты видел раньше. Зачем тянуть вперед? Ну, ребята, какие-то три карты, случайная колода. Но в такое мы уже с вами как-то играли. Так что я не думаю, что здесь будет что-то такое особенное. Но потом я и обязательно это посмотрю все. Да, сейчас пока как бы не до этого. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте, пожалуй, я буду завершать свою игру. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Так, психо-лемур. А, это, ребята, лемур. Урон способности со случайной целью увеличен. Знает, сколько трещин в асфальте по пути на работу. Боится брокколи, может заснуть только под запись комариного писка. Усиление урона умений со случайной целью 50. Слушай, ребят, я, честно говоря, не пойму, что это за питомец. Как работает у него вот эти вот усиления. Надо будет потом посмотреть как-нибудь. Ну, а пока мы будем с вами прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся уже в следующих сериях. Ничего себе тут, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, да ладно. Да это ж офигеть, сколько тут играть придется нам. Жесть какая-то. Но ничего не поделаешь. Ладно, ребята, всем пока. До скорого, удачи вам.